В этом экспресс-обзоре рассмотрим школьный учебный микроскоп Sigeta Smarty. Данная модель представляет собой классический биологический микроскоп учебного класса. Видно, что конструкция микроскопа максимально упрощена. Тем не менее, он обладает довольно хорошими оптическими и механическими качествами. В арсенале имеется один объектив кратности 16 и два окуляра кратностью 5 и 12,5. В итоге получается два увеличения 80 и 200 крат. Обращает на себя внимание небольшое поле зрения окуляров, но это вполне компенсируется невысокой ценой. Качество же изображения в этом, пусть и небольшом поле, вполне оправдало наши ожидания. Особо следует отметить, что посадочный диаметр объектива имеет стандартный размер. Таким образом, со временем микроскоп может быть укомплектован более совершенными или более подходящими по кратности объективами. То же касается и окуляров. Механизм фокусировки. Предусмотрена только грубая настройка резкости. Однако механизм отличается достаточной мягкостью и плавностью работы. Никакого дискомфорта не возникает даже на максимальном увеличении. Основание и подковообразный штатив микроскопа выполнены из легкого металлического сплава, но само основание стоило бы утяжелить. При наклоне микроскопа заметно снижается его устойчивость. Вот это вносит некоторый дискомфорт в работу. Подсветка препарата осуществляется при помощи плоско вогнутого зеркальца, расположенного под предметным столиком. Существует мнение, что это прошлый век, но с этим можно поспорить, поскольку яркости от настольной лампы вполне хватает для комфортных наблюдений. При кажущейся простоте микроскоп дает вполне качественную картинку. Взгляните на поперечный срез стебля сосны, тонкий срез чеснока, хорошо видно клеточное строение, муравей, инфузория туфелька. Итак, наше впечатление. Весьма приятная модель, выгодно отличающаяся от многих других в этом ценовом диапазоне. Из недостатков больше всего обращает на себя малое поле зрения окуляров и снижение устойчивости при наклоне штатива, хотя это не сильно омрачило общее впечатление. Поэтому микроскоп можно смело рекомендовать для домашней лаборатории школьника или для школьных кабинетов биологии.